Отнюдь не часто на чьи-либо стихи пишется целый набор тематических картин. Рон Дискензо, известный итальянский художник, смог на холсте отобразить строки стихотворений, созданных поэтессой Кариной Сарсеновой. Автор полотен так объясняет свое необычное решение. В творчестве Карины Сарсеновой мне понравилось то, что она окружила всю свою деятельность неким светом, воздухом, позволяющим свободно дышать. По мнению самой Карины, дуэт представителей двух разных отраслей искусства оказался действительно удачным. Она призналась, что была польщена и воодушевлена, когда Рон предложил ей идею создания совместного перформанса. Каждый раз, когда я вижу, как отражаются мои стихи в картинах, у меня возникает чувство, сходное с тем, когда я слышу, как мои стихи поют. У них словно вырастают крылья, только ты эти крылья чувствуешь в песне, а когда рождается картина, ты на нее смотришь, ты как будто видишь эти крылья. На вернисаже авторы представили несколько готовых полотен, после чего настало время Рона продемонстрировать свое мастерство прямо на глазах аудитории. За основу он взял новый стих Карины Сарсеновой, переведенный на итальянский язык. Не обошлось на этом необычном мероприятии и без артистов KS Production. Особую атмосферу своими выступлениями создали ST Brothers, Мируэрт Мусрали и Расул Жармагамбетов.